И сейчас нужно говорить спасибо. Спасибо. Потому что надо было дождать вот именно тот момент. Здесь очень глубокий смысл, очень серьезная песня. Были мурашки, было очень круто. Это лично мое мнение. И я предоставляю слово нашей тренерской коллеге. Просьба, ваше пожелание. Я считаю, что это было великолепное выступление. Это было очень чувственное выступление. Может быть, где-то как-то не везде именно вокально, да, но эмоционально вытянуло просто все великолепно. Это настолько, вот реально, я сидел,
и наслаждался. Вот я сидел, слушал, мне это нравилось. Спасибо большое, спасибо за это выступление. Спасибо вам. Я бы немножко хотела совет педагогу добавить красоту в тембр, который у нее есть. Его просто немножко надо открыть. Вот я сидела, я заслушалась, но мне не хватало, может быть, каких-то форшлагов, может, да, какого-то вибрато, такого интересного, конечные эти, да, ноточки. Вот. А так, конечно, эмоции, ваши эмоции, дорогая наша исполнительница, сыграли, да, очень большую роль сыграли в вашем выступлении. Браво, спасибо вам. Работайте спасибо дальше, большое. Будет еще великолепнее. Спасибо. Не уходите. И я хотел еще сказать, Танюша, я вам предоставляю. Абсолютно согласна со Светой по поводу того, что нужно работать. Работать нужно всегда. И мы да. И с вами согласны, будем работать. Вибрато, конечно, не хватило. Но все, что мы договаривались по поводу подач, просто зирка. Спасибо большое. Ты забыла. Дякую. Я, наверное, тогда закончу комментарии. Татьяна, я даже не знаю, как сказать вам. Ну, очаровательно, во-первых. Вот, потому что, вы знаете, в коридорах пробегая друг друга здороваясь, не замечаю я этого. А вот сейчас на сцене, когда вы в полной красоте, как бы, и переживая определенную эмоцию, я даже такую веселую музыку выключаю, такую прям, глубокую эмоцию, вот этим шармом своим, вы попадаете прямо в сердце. Это, да. И вот была у нас же еще вот Танюша Долинская тоже. И где-то у вас страх еще виден перед сценой. Мы об этом говорим вам как тренера, как профессионалы. Но ведь вы уже трогаете. В смысле, вот вы еще не умеете выступать на сцене, но вы нас трогаете. И это круто, это ценно. Это очень ценно. Вот Таня Долинская, и вам тоже это очень большой респект, как говорится. Спасибо большое. Да, тренируйте вас, ваши вокальные, вообще будет круто.